Когда-то был один падишах. Жил и тужил по ушедшей молодости, которую провел в набегах и войнах. Много бед причинил он людям. И судьба наказала его за это. В одном из боев лишился падишах глаза. С тех пор грусть, тоска навсегда завладела его сердцем. Во дворце падишаха окружали лжецы и угодники. Но никто не мог развлечь своего господина. Даже придворный волшебник, способный творить чудеса. Отказывался падишах от изысканных явств, только от вина никогда не отказывался. Захмелевшую голову падишаха пришла мысль. «Художника ко мне!» — воскликнул он. И поспешил визирь исполнить приказ своего повелителя. Долго искал визирь мастеров. И, наконец, нашел. Эй, художники, к падишаху. Приказал визирь. Нарисуешь плохо, сгною в зиндане. Угодил падишаху старый художник, и приказал он бросить его в подземную тюрьму. Пришла очередь ученика старца. Как же ему угодить?
Ну и он допустил промах. Издеваешься? Взять Подхалима, приказал падишах. Хочу портрет, настаивал падишах. И пришел черед для самого юного. Что, это тоже художник? Удивился падишах. Да, господин, я художник. Не побоялся заявить о себе мальчик. И согласился на казнь, если его портрет будет плох. Понравился падишаху портрет. Только маленькому художнику вовсе не нужно было богатство. Дороже золота ценил он свободу и дружбу.